Привет всем, это канал Java Игры. Сегодняшнее видео — обзор мобильного телефона фирмы Irbis, модель телефона SF02. Телефон с двумя сим-картами. Об остальных функциях расскажу далее. По сути, это обычная звонилка, наподобие Nokia 105, к примеру. Она не боится ударов. Так, включение телефона. Итак, вот две сим-карты отображаются в верхнем углу. Сообщения также отображаются. И пройдемся по всему меню. Список вызовов, естественно. Телефонная книга, мультимедиа. Это тут файлы есть. 7 килобайт доступно. Очень много. Прям как Билл Гейтс говорил, 640 килобайт должно хватить. Так, изображение, видеоплеер. А, но она еще поддерживает карту памяти. Аудиоплеер. Диктофон. Так, далее. Тут есть службы. Интернет. Ну, веб-браузер. Сообщение. Радио. Ставьте наушник. Радио работает только через наушник. Ручной поиск, список каналов, установки. Также тут есть запись радиопередач. Правда, не знаю, в 7 килобайт не уместится, но на карту памяти. Развлечение, игры. В другом видео я снимал игру «Загадка». Можете посмотреть на канале. Установки игры. Ну, здесь настройки звука в игре. Далее органайзер, Bluetooth. Интересно, для чего здесь Bluetooth? Наверное, для гарнитуры. Будильник, календарь. Задачи, калькулятор, фонарь. Давайте включим фонарик. Вот здесь он такой. Проверим его мощность. Так, мощность фонарика. Достаточно таки слабый фонарь. Ну, не очень мощный фонарик здесь. Не как на Nokia, к примеру. Не знаю, какова его мощность. Наверное, можно это прочитать. Идем далее. И, пожалуй, самое интересное — это мелодии, которые в нем установлены. Так, тут еще одна, наверное, должна быть. Нет, ну здесь всего две мелодии установлены. Всего три мелодии, так что... Звонка дополнительные.
настройки телефона, язык английский или русский. Автоматическое выключение, очень удобная функция. Т9. Обои. Даже заставка есть. Спасатель экрана. То есть они перевели скринсейвер как спасатель экрана. Можно даже сменить анимацию при включении. Контрастность экрана. Текст приветствия можно настроить. Тут, я так полагаю, только 2G. Черный список даже есть. Собственно, все, вот такой мобильный телефон. И проверим еще, как набираются здесь номера, цифры. Такие стандартные. Эргономика удобная. Очень удобные кнопки, яркий. Контрастный белый цвет. Так. Голосовой вызов с первой сим-карты или со второй? Такой мобильный телефон. Я думаю, он очень крепкий. Вот здесь установлен динамик. Здесь зарядное устройство. Разъем для наушников и микрофон. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.